В детской книге традиционно два автора. Есть писатель и есть художник. И без художника не может быть детской книги. И сейчас особенно это видно по мировым тенденциям, поскольку одно из самых развитых направлений детской книги – это книжка-картинка, это даже авторские книги художника и так называемые silent books, молчаливые книги, книги, где в первую очередь представлен именно художник, и именно он придумывает концепцию книги, дизайн книги, то, как книга будет работать с читателем. Поэтому иллюстративный ряд, графический ряд книги трудно переоценить, и, пожалуй, в какой-то степени он даже затмевает текстовый ряд. Государство играет ключевую роль в развитии вообще всего книжного рынка и книжной отрасли, и литературы, и естественной иллюстрации. И если коммерческие структуры имеют коммерческие интересы в развитии той или иной части отрасли, то государство может предложить некое экспертное мнение и некое экспертное мнение о том, какой вкус мы могли бы прививать подрастающему поколению и как должна выглядеть качественная, настоящая, хорошая иллюстрированная детская книга. Поэтому без государства эта сфера просто не может развиваться правильным образом. Мы в Российской государственной детской библиотеке большое внимание уделяем книжной графике, иллюстрации, проводим регулярно выставки классической и современной иллюстрации, регулярно собираем на наших площадках ведущих художников детской книги и точно так же уделяем большое внимание различным иллюстраторским программам в рамках больших книжных ярмарок и фестивалей. Поэтому в данном случае мы выступаем как место, где собирается экспертное сообщество, собираются лучшие иллюстраторы старшего поколения, молодые иллюстраторы. И мы то самое место, где развитие этой государственной модели поддержки иллюстрации реализуется. Конкурс «Образ книги» — это вообще уникальное, на самом деле, явление. Он существует уже 14 лет. Он международный, и зарубежные иллюстраторы принимают участие в конкурсе наряду с отечественными. С каждым годом все больше и больше иллюстраторов принимают участие в этом конкурсе. И действительно, такое пространство свободы консолидации лучшего, что происходит в области иллюстрации. По итогам мы понимаем срез вообще современной, наиболее интересной, наиболее качественной книжной графики, иллюстрации, книжного дизайна. И в этом его уникальность, потому что в России ничего подобного не существует. Такого конкурса просто нет, и благодаря этому конкурсу открываются новые имена, закрепляются уже известные имена, по итогам издаются книги, по итогам проводятся выставки, и поэтому этот конкурс — это, наверное, самое главное, что сейчас есть в поддержке современной книжной иллюстрации.